Так вот я что, да, что на самом деле социальное устройство, это моя точка зрения, потом ты выскажешь, хорошо? Так устроено, что с одной стороны, социуму выгодно, чтобы молодежь развивалась, потому что это развитие, да, социальное развитие, техническое там, так далее, подобное. А с другой стороны, мне кажется, социуму как бизнесу ему невыгодно развитие вообще кого-либо, ему выгодно лишь только развитие потребителя. Соответственно, идет ограничение в точках зрения, в развитии и так далее подобное. И ориентация только на потребление. Определенный вид потребления. И все. Вот. И очень жестко узкая специализация. Это условно, у тебя есть лицензия на закручивание 100-ваттной лампочки, да? Значит, ты имеешь право закручивать. Если 75-ваттной у тебя нет лицензии, ты не имеешь права ее закручивать. Вот. Умеешь, неважно, ты не умеешь, но у тебя нет лицензии. Это все, оно сдавливает молодежь. И вот я говорил о том, что у молодежи как бы вскармливается идея, что стариков слушать не надо. Как бы это старое, это уже прошедшее, это уже ушедшее все. Вот. И здесь очень большая, ну, представляешь, если, допустим, ну, не знаю, там, ты мой сын, да, я твой отец, а нам говорят, ты не слушай своего отца. Он там глупости всякие говорит. Это что такое? А если я, хорошо, я там академик в науке там разбираюсь, да, я уже пожилой, и да вы не слушайте его, он старик уже, что его там слушать, что он научит? То есть, вот это моя точка зрения на проблематику, да, саму у молодежи, что молодежь как барашки, они не знают, куда тыкнуться, что, как, где, они, у них навязана идея какого-то материального достатка, показаны какие-то клише, как это достигать путем там, а вот, давайте плясать, давайте танцевать, и вы станете миллионерами. Но, извини меня, так не бывает. И даже в Германии не все миллионеры молодежь. Не говоря уже, да, о восточных странах там и так далее подобное. Или в России, что там восточные страны? Это Россия берем. Как молодежь скажет? Что скажет Иван? Ну, у меня, я вот сформулировал, значит, услышал, отметил, с моей стороны, вот у меня возникает, наверное, сразу два таких комментария на эту тему. И вот скажите мне, если они уместны, да, но вот первый комментарий, это тут и могут быть споры о причинах того, почему общество сложилось так, как оно сложилось сегодня. Вот мы сказали, да, что там социуму либо бизнесу там какие-то аспекты выгодные. Вот. Я вот исхожу из позиции, вот, которую я там увидел и которой я восхитился, когда вот макро всякую экономику изучал. Но там вот есть такое уникальное явление, что есть два уровня. Есть микроуровень, а есть макроуровень. И на микроуровне мотивация и конкретные, значит, причины каких-то, да, поступков, каких-то поступков вот именно индивидуумов, они могут быть совсем другие. Но когда есть тысячи, там, десятки тысяч индивидуумов, которые каким-то образом, значит, принимают решения рациональные для себя, на макроуровне это может вырисовываться в какую-то картину, которая кажется нам совсем другой. Вот пример. Там, Соединенные Штаты Америки, вот они там все переживали, что у них очень много сегрегации с точки зрения компактного, значит, расположения афроамериканцев своими коммунами и белых своими коммунами. И переживание было, как же так? Белые, оказывается, они значит, настолько против афроамериканцев, что они все выделяются в какие-то белые коммуны. Вот. А когда они начали уже анализировать, и вот казалось бы, вот, вот оно доказательство, берем макроуровень и видим, что белые живут, значит, отдельно от афроамериканцев, латиносов и прочих, и вот четкое доказательство, что у нас в обществе процветает расизм. Ну, потому что если посмотреть на макроуровне, вот данные, там, посмотреть эти карты, там окажется, что белые, значит, именно они в 90% случаев живут как-то вот обособленно от других этносов. Но если изучать ту же самую проблему на микроуровне и спрашивать конкретно людей, там, по каким там, параметрам они принимали решение о выборе жилья или о переездах, оказывается, что там совсем другие были мотивы.
И на микроуровне оказывается, что на самом деле намного более ориентированные национально или по там, расовому признаку, это как раз афроамериканцы и латиносы, что совсем противоречит тому, что мы видим на макроуровне. Вот. И вот комментарий поэтому на эту тему, да, вот почему, вот, конечно, молодежь или многие там люди могут сделать вывод, что есть какой-то какая-то вот такая задумка чья-то, что именно вот общество устроено так, как оно устроено, и кто-то именно в таком результате был заинтересован, именно такой результат произошел. Но это вот можно поставить под сомнение, потому что вот какие-то примеры из экономических там исследований, они говорят, что вот бывает так, что на микроуровне совсем другие все решения принимали и совсем другим руководствовались, а вот на макроуровне вот такая вот картинка сложилась, мы на нее смотрим, и нам кажется, что все очевидно. Вот, поэтому мне кажется, что вот, может быть, это такое предостережение иногда для там, молодых людей. Предостережение как раз такое, да, что иногда вы смотрите, и вам кажется, что вот все взрослые вот, хотят там, вас чем-то, например, обмануть, да, или хотят как-то вот вас закабалить или что-то там, значит, именно вот вас заставить как-то куда-то винтиком строить, потому что вы смотрите налево и направо, там, и все вроде закабалены и винтиком куда-то встроены. Но мне кажется, что здесь надо быть осторожным и не делать радикальных каких-то суждений, а именно попытаться сформулировать в этих условиях, какая именно оптимальная стратегия для конкретного индивидуума, да, который принимает решение. И мне кажется, здесь вот для того, чтобы оптимальную стратегию конкретно для себя сформулировать, нужно фокусироваться не на этих макрокартинах, а именно, вот ключевое слово здесь, прояснить. И вот мы с вами тоже в наших коррекциях очень часто это делали, вот этот аспект именно прояснения. Прояснение, значит, убеждений, там, мотиваций, прояснение вот этих ориентиров, прояснение реальности, прояснение, значит, нахождение себя в этой реальности, прояснение того, как соотносится то, как, значит, происходит сейчас, и то, как я хотел бы, и так далее, и так далее. Вот такая реакция. Ну вот, наверное, здесь готов сделать паузу и вам передать. Хорошо, принимаю. Вот с этой точки зрения прояснения, да, тогда мы можем говорить о каких-то базовых первичных моментах прояснения для молодежи. То есть, чтобы мы, ну, это я могу какую-то рекомендацию дать, да, ты можешь какую-то рекомендацию дать. И мне кажется, что первое, одна из основных базовых прояснений, что вообще нужно прояснить молодому человеку, это где он находится, то есть как вот капустный лист, да, то есть ты находишься в мире, ты находишься в государстве в определенном, если мы берем в государстве, то ты кто там, да, ты там гражданин государства, дальше, если ты там гражданин, то ты что обязан делать, да, как гражданин, ты должен соблюдать там конституцию, определенные законы, вот. Вопрос, конечно, знаешь ли ты эти, там, конституцию читал ли и законы, да, это вопрос тоже, потому что иначе как ты действовать будешь, если ты не знаешь, ну, как бы, что ты должен делать, да, что ты имеешь право, на что не имеешь. А вот. И вот дальше, когда ты гражданин, а что твоя цель как гражданина, какая? Потому что следующий капустный лист, это что у нас там, семья, да, наверное. Ну, либо какая-то социальная группа, может быть. Ну, мне кажется, это далековато. А для молодежи это семья. То есть ты в семье. Хорошо. А кто ты в семье? Опять же, начинаем вопрос. Ты в семье. А в семье у нас только игровые роли. Это папа, мама, бабушка, дедушка, родитель. Там, да, ну, родители. Сын, дочка. А что там, больше никого нет особо. Соответственно, ты кто? Ты тогда, получается, ребенок в игровой роли. Там, сын, допустим. Дальше, ага, а как сын, ты что должен делать? А вообще, а кто об этом задумывается, да? Что я как сын должен делать? Это как ты на рабочем месте находишься, если ты там работаешь где-то там, ну не знаю, там кому-нибудь, компания, неважно там, да, какая. Вот. Ты там кто? Ну там условно там программист, да? А ты должен что делать? И отсюда это же вытекает должностная обязанность.
Соответственно, также и семья. Если ты ребенок, то ты тогда должен делать что? А результат конечный какой у ребенка? Люди выходят на улицу, заходят в магазин. Они же не задают себе вопрос, опять же, я где нахожусь? То есть я в магазине. А кто ты в магазине? То есть я покупатель. А что ты должен делать как покупатель? Действия твои. А какой результат твой конечный? А кто напротив тебя? То есть напротив тебя ведь не гражданин, не гражданка, да, напротив тебя кассир. У нее тоже есть обязанность. Если вот этот первую такую, мне кажется, базовую вещь начать прояснять, просто постоянно ориентироваться, да, ориентироваться, где ты, кто ты, какова твоя цель, что ты должен делать. Если это только начать делать, мне кажется, это внесет очень много ясности в том, что же мне реально нужно и можно делать для того, чтобы я достиг того желаемого, что хочу. У меня есть, может быть, такие... Я абсолютно согласен, что вот это именно некоторая такая фундаментальная вещь. И, может быть, как бы ту тему, которую я вам изначально предложил, да, вот, она на самом деле примерно про то же, только немного другая терминология, то есть, скажем так. Вот, почему? Потому что вот здесь есть краткая история, и потом мысль. Значит, история, вот я помню, мне отец как-то пришел, отец мой домой, и говорит, вот просто вот он тоже уже... Значит, говорит, вот, Вань, знаешь, вот такая сегодня история. Значит, я стою в магазине, там на кассе, смотрю, какие-то три школьника, значит, заходят в магазин, хотят купить себе кока-колу. Они все такие, значит, в руке сменка, за плечами рюкзаки, значит, какая-то перекошенная шапка, и они такие ля-ля-ля-ля-ля, галдят, значит, надо им купить бутылку кока-колы. Заходят в магазин, охранник их останавливает, говорит, что вы рюкзаки, пожалуйста, положите в эти ящики там для хранения. Ну, они там еще что-то погалдели, поорали, в итоге, значит, обиделись на этого охранника, и в итоге их выгнали из этого магазина. Там пришел еще один охранник, значит, их пинками там прогнал. Значит, все это сопровождалось криками, воплями, обзывательствами, чуть ли их там задержали, собственно, до вызова полиции, потому что они чуть ли там не начали что-то на кассах там скидывать сигареты. Вот, и такая история, я все долго думал, как бы, что это за история-то, о чем? Вот. Но потом я вот как раз прояснил вот для себя такой момент, что на самом деле это как раз про вот эти вот роли и ожидания других от тебя, и твое активное решение играть какую-то роль в соответствии со своей целью. Если, значит, у тебя цель, если ты куда-то что-то делаешь, приходишь в магазин для того, чтобы купить бутылку кока-колы, видимо, наверное, у тебя есть цель купить бутылку кока-колы. И, наверное, если ты хочешь все-таки ее купить, наверное, ты должен как-то осознать, что если ты хочешь, значит, добиться этой бутылки кока-колы, значит, наверное, у тебя есть какие-то ожидания. Взаимодействие вот твое с внешним миром, оно должно быть построено на каких-то, видимо, ожиданиях от тебя. Вот, вот за этим кроется как бы слово «должен». Не то, что там как, где-то там в космосе написано, что ты должен. Должен в том плане, что социум от тебя что-то ожидает. Соответственно, если цель купить бутылку кока-колы, ну, наверное, ты, значит, приходишь туда, значит, наверное, ты должен положить туда рюкзаки. А если ты просто не знаешь, что, оказывается, ты должен туда положить рюкзаки, ну, что паниковать? Вот тебе прояснил охранник, значит, что заключается твоя роль, да, игровая. Значит, ты должен туда, значит, засунуть рюкзаки. Ну, окей, сделай, если цель-то твоя купить бутылку кока-колы. Вот. И тогда ты будешь достигать своей цели. Вот. А если в голове на эту тему нету ясности, с одной стороны, ты хочешь купить бутылку кока-колы, с другой стороны, ты перепутал, значит, где ты находишься, какой роли, и ты считаешь, что ты сейчас находишься на переменке, значит, в детском саду, где тебе можно там поорать и значит, покидаться снежками со своими друзьями, то, скорее всего, это закончится плохо. Почему? Потому что, во-первых, ты не купишь бутылку кока-колы, во-вторых, тебе надают тумаков охранник, а в-третьих, ты рискуешь быть посаженным, собственно, и задержанным полицией до там разборки с родителями. Вот. Вот такая вот история. И как бы теоретизируя пример, это как раз о том, что как ключевая идея здесь именно прояснить вот эти вот игровые роли и наверное, просто активно принимать решение о том, какую роль ты сейчас играешь. Потому что если у этих школьников задача была прийти в магазин, значит, они туда шли намеренно набуянить, и их цель была набуянить, к ним претензий нет.
Только если это и была осознанная цель. А так они сами все расстроились, по голове тумаков получили. Ну, окей, если они шли в магазин с намерением получить по голове, значит, щелбанов, тумаков, вот, и не купить там ничего, к ним претензий нет вообще никаких. Но только это, скорее всего, должна быть их осознанное решение перед походом в магазин. А ведь еще то, что мы говорим, ведь это же простая схема, да, как бы ты всегда ориентируешься, ну, как бы покрути головой, да, где я? Там, да, определись, а кто я здесь? Как меня воспринимают, либо кто я здесь? А что я должен тут делать? Так, элементарно, спроси хотя бы там, да. А что я должен делать в магазине? Ну, тебе сейчас скажут. Но ведь люди почему-то это не делают. Ладно, там пожилые, бог с ними, не трогаем их, да, мы молодежь сейчас берем. Это что, результат отсутствия научения? Это результат целенаправленного отсутствия научения? То есть, я уже когда как этот полицейский начинаю, да, а в чем причина? То есть, почему они это не делают? Их что, не учат этому? Или их не хотят этому учить? Или их учат так, что они не могут этому научиться? Это как бы вопрос тебе, да? Это твоя точка зрения. Хорошо, но если честно, как бы моя точка зрения, она, наверное, ну, мне почему-то не хочется так однозначно делать какой-то такой вывод о том, что кто-то не хочет. Ну, кто кого учит, да? Мы же вот тоже с вами формулировали эту мысль, да, что в итоге-то как бы хромой ведет слепого, значит, и все друг другу обещают, что они тут знают, значит, они тут все видят хорошо, что вокруг. Ну, вот хороший пример, да, вот я вот когда вы вначале обсуждали о том, что вот в какой-то момент, значит, юноши, там, молодежь, ребенок, да, в какой-то момент он наталкивается на ощущение, что кругом обман, везде туман. Вот мне кажется, такой пик, вот когда это ощущение приходит в голову, это, мне кажется, старшие классы школы. Потому что сначала, когда ты был совсем еще такой, типа, ребенок, тебе сказали, вот смотри, значит, ты слушайся нас, делай, как мы тебе говорим, и будьте счастье вообще, в жизни все будет хорошо. И так говорили тебе в течение там всех школьных лет. Тебе говорили, мы тебе заботимся, говорили тебе. Ты, главное, значит, делай то, что мы тебе говорим, и все будет у тебя хорошо. И вообще, будешь ты молодцом, и вообще обещаем тебе счастье. Такой коммунизм мы тебе обещаем. То есть мы, как бы, значит, мы такие строители, значит, коммунизма. Ты, главное, слушай нас, делай, значит, копай руду, значит, на родниках добывай, и все будет нормально. Но коммунизм будет вообще по-любому. И вот народ, значит, копает, ему обещали коммунизм, значит, они копают, такой периодически такой, а у меня вопросик. А про коммунизм? Я говорю, так, вопрос не задавайте, копаем, значит, мы тут пришли, короче, к идее, развитой социализм. Все, значит, к 10 классу у вас развитой социализм. Ты такой, ну ладно, мне, конечно, коммунизм обещали, но раз развитой социализм, наверное, ну ладно, будем дальше копать. Вот. А в какой-то момент тебе говорят, ой, ты знаешь, а ты уже повзрослел, дальше как-то сам. Все, мы самоликвидировались. Как бы Советский Союз достиг нирваны и самоликвидировался, собственно. Все. И дальше ты такой стоишь, такой говоришь, не понял. Я тут, понимаешь, ну ладно, не 70 лет, но там 16 лет своей жизни. Мне говорили, что ты копай, и потом, значит, будете счастье. Потом все эти деньги куда-то делись, объявили, что ты теперь, значит, вступил в взрослую жизнь, теперь давай сам решай вопросы. Вообще прикол, я считаю, мне кажется, тут каждый обидится и скажет, что здесь где-то обман какой-то, мне кажется. Вот, поэтому я могу, в принципе, понять большое количество разочаровавшихся, как бы, в какой-то момент людей, которые до этого им говорили, что ты тут ребенок, мы тут взрослые, делай, как мы тебе говорим, и будет все хорошо. А хорошо не наступает. Вот. И потом еще оказывается, что самые эти взрослые тоже как бы не смыслили, значит, особо ничего. Вот. Именно те, кто больше всех, значит, кричал, что они знают как. Вот. Безусловно, есть, как мне кажется, среди вот в целом взрослых есть, безусловно, вот взрослые, которые уже могут что-то сказать, но они обычно не носятся с советами, как мне кажется. Вот так, и не пытаются их навязывать. Они готовы как бы предложить этот совет, и они готовы им поделиться, если кто-то готов их слушать. Но есть еще кто-то, кто просто, значит, ну, оголтело как-то что-то заставляет делать и обещает коммунизм.
А у меня такая созрела, знаешь, мысль, как бы закончить разговор, да, как бы тему эту закончить, вот, тем, что, как ты сказал, они не дают, ну, не лезут советами, да, как там, вот, ну, вот, как бы точечно, да. Вот мне кажется, сейчас вот точечно, чтобы, вот если мне сказали, обратись к молодежи, я не знаю, там, молодежь всего мира, да, я бы, наверное, сказал так, первое, ребята, на самом деле порядка как такового, который вам внушают, его нет. Дальше. То, что вам обещают, вы это никогда не получите. Это второе, что вы должны запомнить. Третье. Все есть ресурс, который вы можете, используя свой разум, свои знания, и больше никто вам в этом не поможет. Поэтому все в ваших руках. Либо вы что-то делаете, кому-то придется, да, попотеть хорошенько, для того, чтобы просто элементарное выживание было у него. Кому-то придется попотеть, и он станет достаточно обеспеченным человеком. Вот. Но это всегда будут изменения. Но, первый пункт, да? Не надо верить. Не надо ожидать. Только нацельтесь на свою, на свой разум, свои знания, свои связи, свои возможности. И это будет маленькая гарантия того, что вы что-то сможете достичь. Да, я готов полностью, да, согласиться с тем, что, знаете, это же вы вырежете. Посмотрим. Есть такое, знаете, как есть в интернете такая смешная видео, когда мужик звонит в автоцентр. Ну, может, он, представьте, старый видос такой, был, пользовался популярностью раньше. Мужик такой звонит, короче, там звонит реально мужик в автоцентр, говорит, так, ты мне вчера там продал Шкоду там эту. Ну да, ну все, короче, готовься, сейчас я тебя буду шмалять. Ты где тут находишься? Я тут у входа стою. И мужик ему, значит, пугает его, говорит, позвольте, позвольте. Значит, я вам вчера... Ты, Артем, с бабской прической? Как... Нормально, с бабской прической ты? Все, готовься, сейчас я тут пришел, сейчас буду тебя шмалять. Ты мне машину вчера продал? Продал. Значит, ты обещал леденец, а оказалось говно. Поэтому так и здесь. Я, видите, как вы сказали, да, то, что обещают, не получите. Поэтому то, что обещают, продают. Вот. Обещали леденец, а оказалось А не вот, леденец. Иван, а ты как бы, если бы тебе вот сейчас была возможность, да, обратиться к молодежи? Ты же тоже молодежь, поэтому я сказал, как 60-летний человек уже, да, как мужчина 60 лет. А ты как молодой человек, 33 года, возраст Христа, по сути, что бы ты сказал? Кратко, емко. Ну, так, давайте сейчас сформулирую. Я хочу обратить внимание зрителей на то, что вот если посмотреть на лицо Ивана, да, то это явно у нас Владимир Ильич Ленин в Германии. То есть Владимир Ильич Ленин в Германии. Очень интересные мысли у меня. Итак, Владимир Ильич Это Ленин, точно. обращайтесь к молодежи. Тут уж ваше слово. Но я прям вот у меня в голове вот ярко вырисовывается такая фраза. Вот я просто хочу сейчас еще придать ей немножко какого-то визуального элемента, но вот мое бы основное было пожелание это мудрого воодушевления. Что я имею в виду? Что понятно, есть много там эмоциональных переживаний, как бы на этапе взросления. И есть на самом деле немало как бы ошибок, которые можно совершить, и немало тупиков. Мне кажется, что именно мудрое воодушевление, то есть осознание о том, что есть все-таки эффективные решения тех насущных там задач, которые стоят перед человеком, эффективные решения, и они есть, они сформулированы. Вот, их можно перенять, принять, их можно проверить на их эффективность. Они есть. Я бы как раз пожелал именно этого мудрого воодушевления и вот мудрого такого готовности слышать, слушать и принимать какие-то новые способы взаимодействия с внешним миром. Тупиков на этом пути много.
Тупик первый – это просто воодушевиться чем-то, поверить и уйти в сектантство, собственно. Любой идеологии. На сегодняшний день даже в сфере саморазвития идеологий и сектантства очень много. Там, тупик другой – это просто упереться в идею о том, что на самом деле все это полный бред, и никто мне на самом деле не поможет, и жизнь на самом деле жестянка, и надо просто помучиться, а потом да как-нибудь все это, значит, и да как-нибудь рассосется. Как-нибудь умереть, да. Дай бог, чтобы не больно, да. Но тоже тупик, и, собственно, немало людей в него упираются достаточно в раннем возрасте. Там можно упереться в идею о том, что в этой жизни все меня хотят обмануть, и вообще надо только все своим путем и, значит, своими шишками достигать и добиваться, и никому нельзя доверять. Ну, я могу понять как, причины, почему формируются такие идеи, но мне кажется, что это тоже может быть тупик. Вот с моей стороны... А, но именно мудрое воодушевление, мне кажется, то, что нужно. Вот я прям помню периоды моего какой-то вот такой растерянности, оно у меня заключалось в том, что значит, я вот понимал, что то, как я что-то делаю, неправильно, я знал 100 пудов. Дальше я знал, что как бы то, что мне впаривают, это тоже неправда. Потому что я вот чувствовал, что мне впаривают какую-то фигню. Тоже неправда. Вот. Но я не мог согласиться с той мыслью, что вот что больше ничего тут не найти, вот, короче, никаких решений в этом мире. Вот не готов я был согласиться с этой мыслью. И я вот ходил просто, я помню, по городу Фрайбург, и я вот прям думал так, что вот точно, что я делаю неправильно, 100 пудов. То, что мне вот тут, значит, предлагают делать, там, общество, там, друзья, университет, я не знаю, советы какие-то, такие бытовые, это тоже какая-то лажа, на самом деле. Потому что я знал, что мне советуют как бы слепые люди, которые, то есть, условно говоря, которые сами не знают. Просто так, именно ради там, самоутвердиться, ради того, чтобы самозначимость как-то увеличить, просто там утешить тебя, на самом деле. Что-то советуют, но на самом деле это все к реальности не имеет отношения. Но я вот четко знал, что где-то есть какая-то информация, которая очень сильно упростит взаимодействие с реальностью, во-первых. Во-вторых, сделает это намного более интересной в долгосрочной перспективе. Вот я бы так сформулировал, и, наверное, именно ключевая фраза здесь – это именно вот это мудрое воодушевление. Конечно, ну да, ключевая фраза – это мудрое воодушевление. Ну что, тогда эту тему, я думаю, мы закрываем. Вот, и я предлагаю в следующий раз поговорить на тему, которая интересовать будет именно тебя. Да? И ты как бы меня не предупреждай об этом особо, да? Вот, пускай это будет для меня как бы экспромт, неожиданность, вот, чтобы это было интересно просто даже послушать. Хорошо? Угу. И, прекрасно. Да, и хочу, я еще хочу вот тоже так, как нас же будет потом смотреть, да, сказать, что у нас нет никаких коммерческих интересов на самом деле. На самом деле, мне кажется, у нас как-то с тобой возникло такое общение двух мужчин. Вот просто общение двух мужчин, да, и все. И как-то так еще тебя Иван, меня Иваныч. Поэтому, наверное, общение двух мужчин, Ивана и Иваныча. Так мы эту тему и назовем. А будем встречаться именно по интересу. То есть никто нас не обязывает, мы не, на этом не зарабатываем. Мы просто встретились, поговорили, как мужчины. Вот. Дай бог встретимся когда-нибудь за чашечкой кофе. В хорошем кафе. Да. Со своими женщинами. Есть. Все, спасибо тебе. Александр Иванович, хорошего тогда вам дня. Да, до свидания.